Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет люстра из коллекции «Цветок розы» от производителя Invisalign. Люстра у меня на 5 рожков, еще предлагается в коллекции бра на 1,2 рожка, настольная лампа Etacher. Каркас у нее полностью из металла, это ручная работа. Окрашен он разными цветами, есть здесь зеленый, коричневый, золотой. Цветы розово-белые и есть немного даже золотого на них. Плафоны из матового стекла, стекло с розовыми разводами. Диаметр плафона 9,5 см, высота его 8 см. Патроны здесь E14 из термостойкой пластмассы, а максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт. Лампочки приобретаются отдельно, я использовал LED-лампы потреблением 6 Вт. Выдает каждая такая лампа около 50 Вт. Включенной выглядит она вот так. Хороший яркий свет. У меня сейчас получается суммарная мощность 200 Вт. И в данном случае можно говорить о том, что весь этот свет в полном объеме будет рассеиваться по помещению. Потери потока света здесь практически нет. Подойдет она для комнаты площадью до 18 квадратных метров. По высоте она вот такая компактная, отступает от потолка всего лишь на 22 сантиметра. Крепится люстра на крюк. Вот он. Диаметр потолочной чаши будет 12 сантиметров. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.